В Волгограде уже устоявшейся традицией стали ежемесячные совещания инспекции Госжилнадзора с городскими управляющими компаниями по наиболее актуальным вопросам содержания общего имущества. Одной из главных задач, которые были поставлены властями перед местными УК в последние месяцы работы, стала уборка придомовых территорий. Обледенелые внутридворовые дороги и нечищенные пешеходные тротуары создают огромный дискомфорт жителям города-героя в зимний период времени. Около 1000 многоквартирных домов проверила инспекция жилищ надзора за последний месяц работы. Итоги таких рейдов озвучены на очередном совместном совещании с управляющими организациями Волгограда. Управляющие компании зачастую недобросовестно выполняют свои обязанности по уборке жилых дворов в зимний период времени. Колейная наледь на проезжей части становится причиной автомобильных аварий во дворах домов, а необработанные пешеходные тротуары подвергают волгоградцев риску получить травмы, ушибы и даже переломы при падении на льду. Это становится поводом для обращения волгоградцев в инспекцию жилищного надзора. Были проверены сотни придомовых территорий многоквартирных домов. По результатам выявленных нарушений будут возбуждены административные дела. То есть все, о чем мы говорили управляющим компаниям, о чем предупреждали, что необходимо в период зимний и начало весеннего периода уделить особое внимание уборке придомовых территорий. Есть управляющие компании, которые в полном объеме исполняли свои обязанности. К сожалению, были выявлены те управляющие компании, которые не справились. Поэтому будут приняты меры административного воздействия в полном объеме. На совещании были показаны наглядные примеры недобросовестной работы управляющих компаний. Грязные подъезды, неочищенные дороги, открытые ливневки и грязные контейнерные площадки. Отметили и отличников управления многоквартирными домами. Тяжелые погодные условия, конечно, были предыдущие периоды, но тем не менее мы считаем, что мы справились. На предстоящие периоды тоже много задач, связанных с благоустройством. Конечно, особая ответственность у нас вызывает предстоящий чемпионат мира по футболу, но тем не менее совместно с городской администрацией, с областной администрацией выработан ряд мероприятий, которые, собственно, будут реализованы. На совещании были поставлены задачи и на весенний период времени, который также включает в себя уборку придомовых территорий от снега и наледи, опиловку сухих веток деревьев и соблюдение санитарного и технического состояния домов. Если управляющая компания не исполняет свои обязанности и не реагирует на обращения граждан, жильцы дома могут пожаловаться в региональную инспекцию государственного жилищного надзора, позвонить на горячую линию, либо направить письменное обращение, после чего надзорным органам будут приняты соответствующие меры по разрешению ситуации. Анна Муслимова, Максим Мещеряков, Вести 34.